Я предлагаю ТикТоки, там смешно. Сразу с первого. Спасибо, Сонька. Ужас. Hey man, did you leave the call? Can I talk to you real quick? Yeah, let's go. Like. Сейчас все снимают свои ролики под эту арабскую песню, но знали бы они ее перевод. Дети пускали игрушечные ракеты, мы с папой запустили настоящую на Америку. Привет! Это Мартис Максбетов, сын Макса Максбетова. И поскольку мой папка очень занятой, он нанял мне тайскую шлюшку в качестве няни, а требования были иметь большие арбузы и не иметь судимость по тяжелой статье. Знаете, да, я до сих пор верю в Деда Мороза, ведь каждый Новый год делаю хо-хо-хо, когда вижу, как беднота замерзает на морозе. А сегодня мы с папой случайно сбили какого-то бомжа, пока проезжали мимо тюрьмы. Как потом оказалось, это был Алексей Навальный. Я когда всегда в ванну иду, она постоянно садится вот на машинку и там сидит. Евгений 23, Ангелина 20, что ждет? Евгений 23, Ангелина 20, что ждет? Так, что ждет? Евгений 23, Ангелина 20. Что ждет? Что ждет? Давайте вы ей спросите. Только про кого? Так, спросите. Которые, в которых изменится социальный статус твой. Денис 21. Антонина 20. Сколько Антону? 28? Во-во-во! Так. Все слышно, да? Да, все слышно. Ну. Ну ответь ты, блядь, подруга, на. Ну ты же видишь. Что ты пердишь, блядь? А, она банит? За что? А за что? Да не, вроде не банит. Все, повыключала хейтеров, по крайней мере, тех, которых увидела, повыключала. Каких? Хейтеров, блядь, повыключала? Допрыгаетесь, буду банить. О! Стоп, 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 стоп. Сделали вам пушку, и это тусти токари. Шипер вперед, дарить добро. Оксимирон не стримил хоррора. Он что, стекло? Да, нахуй на агентов шести. О! Это что будет за скины? А где какашка Спайк? А, не, это... Я покупаю какашку Спайка 100%. У меня на Спайке 1050 кубков. Я беру. This is where I watch. No, no. Really cold one today, though. Куда пошел? О, лазанью ест. Типичный день оранжевого кота. I said no.
мои дорогие, кто сейчас перейдет за полным раскладом? Мои дорогие. Перестаньте звонить. Перестаньте прямой эфир на мою страницу, если вы хотите. Мои дорогие, пиздец. Кто... Ра, рослик. I will burn this planet down. Райан госуслуги. Когда вы, блядь, успеваете на... Хотя, блядь, нос, кстати, похож немножко. О. Блядь, нос пиздец похож. Сука. Еще в ТикТоке есть люди, которые пишут, типа, ебать, я думал, это один и тот же человек. Ты долбоеб, посмотри, у нас вообще все разное. Все. Кроме того, то, что мы толстяки ебаные, и то, что у нас очки больше, у нас ничего не похоже. Ну, борода еще. Все. Какой один в один, долбоеба, ебаные? Его тоже, значит, дрочат, да, с этой хуйней? То, что мы толстяки, и то, что, блядь, мы просто нахуй. У нас очки есть, и все. Да, расцветай. Мне Дрейк сегодня сказал, бля, ебать тебе черная футболка идет намного... Ну да, факт. ...лучше, чем белая. Факт же, блядь, ну скажите, ну, факт. Факт. Я ему говорю, Дрейк, ты охуел? И он мне начинает, я тебе комплимент сделал. Ебать комплимент, нахуй. Он меня, получается, засрал, блядь, все мои белые футболки. И, блядь. И такой, ебать тебе черное идет. Ну, то есть белая хуйня ебаная, да? Ну, Антон, комплимент. Антон, это комплимент был, блядь. Мне Дрейк сегодня сказал... Черное лучшее. Черный вообще самый лучший цвет. Чё за сын, блядь, мне пишет эту... Damn, what, sir? Where did you come from? Is this your car and house? What? I just wanted to ask what you do for a living. Damn, what, sir? Вернется вновь, не вернется вновь, это лето к нам. Ничего теперь за тобой ходить, ни к чему теперь те цветы. Тараканы под иконами. Ведь это твой... О! Ты двуязычен, если сможешь набрать 10 Давай. Из 10 в этом тесте по английскому языку. Давай. Начнем с легкого уровня. Как говорится яблоко по-английски? Apple. Apple. Как говорится стол? Table. Table. Как говорится солнце? Sun. 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 Решись, если 3-1 кажется слишком легким. На так. Среднем уровне. Как говорится компьютер? PC. Компьютер. Как говорится... PC, блядь! Гитара. Гитар. Гитар. Как говорится, библиотека. Library. Library. Поделись этим видео со своим другом, так. Который даже не умеет сказать привет по-английски. На сложном уровне. Как говорится, эксперимент? Эксперимент. Эксперимент. Как говорится, цветок? Flower. Flower. Как говорится... Пусть слава. Bridge. Не забудь рассказать мне свой результат в комментариях в конце, на экспертном уровне Amplitude. Ты двуязычен, что? Если сможешь... Что? Она хуя Амплитуд? А ты думаешь, кого ты видишь? Вообще! Сердце есть. Ну ладно. Норвегия. Ты опять успели? Норвегия. Потому что Россия граничит с Финляндией. Блять.